Ассаламу алейкум, сайгылы жемаат. Бүгінгі тұқылашып, бұл мақыме сұтқа келдік. Север Мұстафаев ағамыз сидит уже больше года, около года, необоснованно, по надуманным, по незаконно обвиненным статьям. И в течение этого всего времени даже родственникам и близким не дают встречи с ним. Это как происходит, как бы, мягко говоря, какой-то геноцид по отношению к нашему народу. Я бы хотел бы обратить ваше внимание, чтобы вы читали хотя бы дуа, помогали, кто-то морально, кто-то косвенно, или поддерживали, приходили на эти суды. Аллах разовался. Ассаляму алейкум. Сегодня прошло очередное заседание на поданную мной жалобу. Эта жалоба была подана в связи с тем, что мне не дают в течение уже 10 месяцев свиданий. Сегодняшнее заседание перенесли на 28 число, на 9 часов утра, в связи с тем, что сегодня сервера привезли, но не было его защитника. Так как сервер является заинтересованным лицом, и защитник его должен быть в обязательном порядке. Сервера мы увидели, сервер выглядит, машалла, хорошо, бодрый, как всегда, полон сил. Эпсаге селяметта. Я сегодня, когда выходила сюда, когда увидела людей, у меня сердце, знаете, наверное, не передать. Ну, я чувствую такую вот, такую, да, поддержку, такие эмоции, на которые словами не передать. Чок сахал санджимат. Сразу чувствуется, как говорится в хадисе, да, что мы единый организм. Что мы все, если будем вместе, нас никто не победит. Иншаллах, мы это все пройдем. Аминь.